Штогод напередодні Дня автомобиліста і дорожника, який відзначається у апошнюю неділю місяця, Гомеля Балаутотранс ладить тематичні мероприємства. Сьоліта тут вирішили звернутися не тільки до супрацовників, але й до своїх пасажирів. У першу чергу до молоді. Конкурс «Селфі» сьогодні найбільш цікавий менавіта для подростаючого покоління. Все, що наші пасажири, роботники захочуть запечатлеть, це і автобуси, це і обслуговування. То есть надеемся, что этот конкурс заинтересует наших пассажиров, наших работников. Свои фотоработы можно отправлять на e-mail info@gomelauto.by с пометкой «селфи». А кроме того, необходимо позначить имя и контактный телефон. Оценить фотосдымки, покинуть свой голос за то, что наибольше сподобался, можно на официальном сайте предприемства «Гомель Абл Аутотранс». Будем выставлять фотографии по мере поступления, но условие такое, за каждого участника можно будет проголосовать только один раз. По выниках интернет-голосования авторы трех лепших фотографий отрымают призы, какие организаторы конкурсу покуль вырашили не раскрывать. Катерина Сапельникова, Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».